Всем привет! С вами Данилкина. И я сделаю обзор на текстурпак. Вы, наверное, уже можете заметить, что логотип Майнкрафт изменился. Я вам покажу, как это называется. Теперь тут не земля, а трава показана в настройках. Вот так вот они называются. Тут их 4. Только это мне показывают, это не врут. Это как раз на версию 1.16. Я не понимаю, почему мне говорят, что для старой, но это для версии 1.16, для самой последней. Нажимаем готово, готово. Одиночная игра. Основной мир. И... Готово. Легкое. Создаем, пока грузится, я пока жду. Так, ждем. Вот мы спавнимся. Пока что вы ничего не замечаете. И вы когда-нибудь в волках апокалипсиса замечали вот такие камушки и листики? Замечали? Вот это первое то, что есть текстурпак. Вот я беру дерн и ставлю, и теперь вот тут все время спавнится. И тут тоже так. Есть другой тип, одни камушки. Есть еще один тип. Так, два листика, один камушек. Мы видели. Не знаю, ну вроде так. Что мы зачинчаем? Какой-то бетрок стал таким. Посмотрим. Видите, он... Ну, для... На камере, наверное, плохо видно, а у меня хорошо. Так, что вам еще показать? Вот плита стала. Видите, тут вот такой какой-то круг. Если сделать так, то вы видите. Так. Понятно, что у нас еще. Руды всякие поменялись. Напишем руда. Так. 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 Угольная. Каменный уголь? Я не знаю, я думал, что это угольная руда. Вот редстоун поменялся. Алмазики прикольно выглядят. А, редстоун. Вот изумрудики по два каких-то штройных. О, звук я увеличу. Звук какой-то или он такой есть? Вот такой есть? Или я не понимаю? Еще громче сделаю, чтобы было слышно. Такой звук у него был или нет? Вот золотая руда поменялась. О, крестик. Ведь крестик тут всякие такие штучки. Вот железная. Куда? А вот лазурит. А что он не работает? А, вот лазурит его. Очень странно. Почему она на этом блоке что-то не работает? Странно. Странно очень. Ну и самое последнее это угольная. Так вот она выглядит. Так. Еще вам надо показать. Морскую траву очень странная. Золотой блок. Увидите. Курицы меня бесит. И пугают. А болото еще сильнее. Вот на деревьях будем. Так. Золотой блок.
такое, вот тут вот. Автоблок. Так, крутим далее. Морская трава, морское горе стал 2D что-то. И стержень Энда что-то стал 2D. Странно. Эндер-сундук обновился. Это рамка Вент. Поймите, что это. Все кровати стали мислицами. Возьму лаймовую и красную, самые популярные. И посмотрите на монстров. Смотрите. Как вам их показать? Может так. И теперь... Вот видите? Вы, наверное, плохо видите. У Крипера теперь появились красные глаза. Ладно, сделаю вот так. Ладно, настройки. Так. Ну, если у зомби проглядеться, то у него кровь течет. Это подмостки. А что, она на листу не ставится? О, чуть она так. Вот и она как... Да, она... Оди! Так делаю. Так. Подмостки. О! Я не думала. О! Кстати, смотрите. На листах может быть яблочки. Нет. Это не значит, что там может и быть яблоко. Вот золотой блок. Видите его? Видите? Видите его? Вот видите? Лицо Крипера. Также у него красные глаза на кровати. И вот еще вот тут вот красная кровать, это попугай. Еще сундук Эндер. О, слышите звук? Очень громко сделаю, чтобы шажали. Ой, там портал внутри, видите? Портал внутри. Портал внутри. Видите? Ладно, звук уменьшу, или вам так будет нормально. Что за очарование, он теперь фиолетовый. И рамка портала Event теперь имеет вот такую, как бы сказать, ну такую ленту. Вот такие две. Либо так и есть, либо я не понимаю ничего. Так. Еще здесь берем, так, берем, что надо брать, так, вроде пчелиный улей, и все. Вот если приглядеться, то, да, ой, вот если приглядеться, то можно заметить дырочку, в которой сам соты пчелиные. Вот видите? Еще что добавил этот текстурпак. Так. Беру механизмы. Это беру. Смотрите, кнопки 2D стали тоже. Ну, зато повторитель и компаратор стал 3D. Датчик стал под стеклом. Если кто не видит, я покажу. С наблюдателем вроде, мне кажется, что-то не так. Сундук совсем изменился. Факел тоже какой-то странным стал. Так. Посмотрите на динамит, он темненький стал. Смотрите, видите, тут F, G, G с крысой решеткой, не знаю, что это. Эй, эй, как там ее? Забыл. C, D, H. Вау! И так можно всякие
штучки делать. Я даже дурами фасоля седой сделал. Вот так вот. Раз. И так можно дурами фасоля седо. Смотрите. И так далее. Наблюдатель тоже вроде, видите, какую-то полосу крутится. Сундук, кто не видит, изменился. Видите, он изменился, как будто из досок создан. Ну и красный факел. Что, не работает? А, вот что, на листу не ставится, окей. Вот датчик. А, датчик не работает. Но если видите, он под стеклом. Это факел. Вот, видите, он теперь не такой. А, да. А на голове зомби он может стоять? Не может. Валим, пока ядерного взрыва не было. Воу, все. Кия, улетаю, все, пока. О, гравильная гора, или как сказать. Так, больше ничего не добавили. А люки были 2D или 3D, я не помню. Так, дверь осталась. О, кстати, железная дверь изменилась, если я вам покажу. И рычаг тоже вроде изменился. Вот так вот. А, он не выглядит. Ну, дверь, посмотрите. И вот в руках у меня рычаг. Наверное, вы не видите. У него на конце нету такого серого. А, я оглох. Все, пока я оглох. Потому что для вас это тихо, а для меня это очень громко. Или ты видите, они... О! Цель достигнута, а я же ведь раньше слыхал новое достижение, странно. Вот, элитры. Разное. Что есть разное? Морской источник, видите, он 2D стал. Маяк белым стал. Железный и золотой с алмазами блестят. Если вы увидели, они стали блестеть. Теперь рыбы имеют вот такую вот. Ну, вы видите. Лава имеет тоже. Видите, двигается. Вот какао-бобы тоже. Серый краситель имеет форму. Семена арбуза, семена тыквы. Теперь яйца рыб. Это вот такие шарики. Не знаю, как их называют. Теперь сердце моря как-то так выглядит странно. Дальше пища. Рыбы теперь двигаются. Видите, рыбы двигаются, а тут дырка какая-то в шоной в ламинаре. Стоп, рыбофуга тоже двигается. Так, инструменты. Они все поменялись. Я все не буду показывать, только незритлые. Видите, они немножечко алмазные. Также с оружиями. Они немножечко позолоченные. Только каменный меч, золотой меч, бла-бла-бла. Это попозже я буду показывать. Так, только поставим. Так, он не выглядит. Маяк, видите, он белый? Видите, белый? Элитры. А что будет, если ходить? Как это... Ну-ка, надо. Да, они фиолетовые. Ах, да, забыл. Ладно, тогда можно сделать так и... О-о-о-о! Ну, прикольно, да? С фейерверками еще прикольней. Так. Так, переключаемся. Вроде что еще вроде есть.
Но вы можете его на него сами посмотреть. Вот трава выглядит. О! Сейчас. При. Если вы просмотрите, то они меняются. Видите, видите? Видите красный? А теперь оранжевый. Ну, наверное, вы, наверное, знаете, что... что призмарин немножечко переливается. Нет, теперь он-то вот так вот переливается. Кстати, если мы зайдем в предметы, где тут, например, верстак. Кстати, верстак тоже изменился. И лестницы стали 3D. Стоп, а мне показалось, или рельсы тоже 3D стали, или это... Да, они тоже 3D. Видите, они 3D. Поворот как выглядит. Вау. Ну и лестница тоже 3D. О, как красиво-то. Моим глазам аж приятно. Вот, если вы заметите, то лестница тоже 3D. И потемнело. Пумс. И такой выи. Вот и у меня вроде что-то я вам забыл показать. Кстати, вы, если у вас ярко, то можете увидеть, что дерн какой-то как будто в старой версии яркий. Так. Вроде больше ничего нет. Или есть. Не знаю, я не вижу ничего. Вы, наверное, будете такое находить в волках апокалипсисе. Но сейчас я вам покажу. А, люки, итак. Теперь все в дверях отверстия будут 3D. Видите? А если я уберу этот текстурпак... то заметите. Крузись. То увидите, у него плоское. А если взять набор ресурсов, то можете заметить. Ждем. Давай. И видите 3D. 3D эффект. Такой же, и видите, дверь как будто у бункера. Но это я уже увидите. Что еще вам покажу? Кстати, когда ты заходишь в любой инструмент, любой заходишь, прям в любой, который захочешь. Верстак там с красный, в сундук, в печку. О, вот это... как там стол зачарований. Цацкий, ткацкий станок. Бочку. Коптильня. Плавильная печь. Сейчас я их всех поставлю. Еще там есть предметы. Я такой уже видел у стол картографа, а это не работает. Точила, это, камнерез. Так. Угу. Теперь видите вот это? Наверное, вот тут хорошо видно. Видите это? Вот видно. И тут даже книжка неправильная.
Ой, а этот текстурпак еще, видите, он останавливает пилу. О, и видите, видите, прям как прикольно. И верстак, видите, красный, и книжка у него теперь синяя. Так и совсем. Только я не знаю, почему тут два раздатчика. А у сундука этого нету. Что, по дну видно? Если вы приглядитесь, то там есть доски. Темные доски. Вот тут печка. Тут уже поставлено, что надо ставить. Тут уголь. Тут это, как и вот это тут вот. Смотрите, тут даже показано. Берем алмазный меч и берем зритую ебла. Или это такой сломанный меч. Знаешь, что я не могу вам показать, но я вам покажу. Я быстренько. Я вам хотел показать, как инструменты теперь ломаются. Вот. Я тут уже покопал. И вот, видите, тут лопата целая. И посмотрите, тут она немножечко обновилась. Тут уже немножечко поломанная. Тут уже, вот тут уже немножечко, как сказать, не знаю. А тут уже вообще в ложку превратилось, не знаю. Так, покажу еще типы инструментов. Вот я вам покажу, вот деревянная кирка. Чуть-чуть поломанная кирка, у нее тут что-то уже сломалось. Уже поломанная кирка. Сильно поломанная кирка. Это я сделал проклятие утраты. Даже вточило его не разочаровать. Ну, видите, уже тут что-то сломалось, там бла-бла-бла. И сейчас я вам покажу незаритовый инструмент. Вот и незаритовый инструмент, видите? Тут что-то алмазное такое. И тут что-то. Меньше вот тут что-то тоже. И тут что-то такое, тут не такое, непонятное. И тут такое что-то. Но это алмазный, наверное. И вот как я выгляжу. Помните, когда я приветствуюсь, то я всегда вот так вот выгляжу. Это незаритовая броня. Вот так вот я выгляжу, вот так вот я сзади выгляжу. Сзади незаритовые ботинки, как алмазные. Просто так кажется, как будто, если бы играть от третьего лица сзади, то кажется, что это вот так вот. И пока я тут строил, я тут получил две заявки за победу. Я чуть не обкакался. Реально. Вот мотыга, вот топор. Так, вот так выглядят незаритовые ботинки просто, ну как сказать, в комментариях. Вот так выглядит поножи просто, ну как сказать, не одетые. Так тоже выглядит. Да как, что такое? Не... Ой, зомби, ты чё меня так напугал? Ой, это... Вау, ты орёшь! Не ори, молю! Не подыхай! Не... Нет! Нет! О, кстати, я кое-что забыл. Теперь гнилая плоть зеленая. Просто забываю все показать. Вот слизь, видите, она стекает. Кто видит? Я мало чего забываю показать. А может это в еде? Да, гнилая плоть теперь зеленая. Так. На чем мы остановились? Вот шлем такой же. Кстати, возможно, шлем выглядит где он. Главное, не будет заявка за победу, а только достижение. Да, ошибение алмазными. Вот он. Сейчас. Он теперь вот так вот выглядит. Алмазный шлем. У него теперь вот такая выкупка. Можете еще посмотреть об этом текстурпаке.
скачайте его сами, посмотрите. Ну а с вами был Данилкин. Поставьте по несколько лайков, где-то там 30, и я выпущу видео про текстурпак. И с вами было с вами был Данилкин, и всем пока!